это правда, что ты, 80-й, на правительство работал? А то, вот как сейчас помню, была у нас одна такая тетка Зинаида Наждачкина. Нет, Света, было. Я тогда еще не знал, кто она. Много чего не знал. Вообще, столько всего тогда было, целая жизнь прошла. Вот как сейчас помню. Прихожу к себе на работу, паровозик какой-то испытываю, стою так, а вдруг... Прибыл новый робот. Требуется испытатель. Привет, Крысович! Это тарелки Калюжного и Федорова. Утро доброе. Как спалось? Робота какого-то принесли. Надо посмотреть. Не, ну ты это видел? Наждачкина вообще на работу к вечеру приходит. И как младенец. Приветствует робот. Меня собрали на Полжинском машинно-техническом заводе. Я являюсь усовершенствованной версией робота-маршрутчика и инструктора по вождению. Это тот, который комплектуется минимумом оперативной памяти и синим раздолбанным «Жигулем». А я умею возводить интегралы и обладаю знаниями для успешных действий. Например, Повис! Шкаф! Нам не нужен шкаф. Если ты хочешь пройти необходимую тренировку, заходи в правую. Если тебе нужно немедленно бежать вперед и потом не знать, что делать, иди налево. Вам не кажется, что этот Федоров какой-то странный товарищ? Да нет, почему же? Наждачка-то ушла. Кстати, бля, опять брак. На той стороне пульт можно попробовать ремонтировать. Я пробовал перейти уже десятки раз, но никак не получается. Может, поможешь? Бедный тузик Калюжного. Это медицинская аптечка для лечения легких ран. В данный момент не нужна. Это ящик с оружием. Ничего себе поразбрасывали. Охлаждение катода. Какая глупость. Ooh!
Это М и М. И что? Что вокруг происходит? У нас все больше роботов. Даже эти защитные солдаты, это же не люди. Да! Никогда бы не подумал. Ты уже пробовал гуманитарную помощь? Это тарелки Швабрина и Мазуркина. У нас подслушают. Администратор уже ждет вас. Я где-то уже это слышал. Вперед по коридору, вам недалеко. Здравствуйте, Равиль Юнисович. Я рад вас видеть. У вас большое испытание. Вы должны участвовать. Ну, а дальше что? Ну, испытание, скажем так, не заладилось. Он уже близко. Возможно, здесь я должен сказать некоторые тексты, но я его так и не придумал. Спасибо. Он уйдет.
Значит, он непростой человек? Это опасно? Сколько это продлится? Значит, злой Гмен опять что-то затевает. Хорошо, мы должны действовать. Шесть лет спустя. А, вот вы и прибыли. А я вас знал. Я охотился за крысой. Вы узнали меня? Я ж Фёдор. Ах, наказание дурба. Фёдор! Следуй за мной! Этот мост меня не выдержит. Нужно увеличить вес. Да, мешки наполнены дыми и дыми. Ну-ка, это должно сработать. Рави! Пришел, чтобы спасти тебя. Ты знаешь, эти снарки не такие простые твари, как мы предполагали раньше. Что тебе нужно? Я хочу показать тебе обратную сторону снарков. Не торопись, ты сам все увидишь. Фёдоров не стал потрепал, а? Он нас слышит? Вряд ли! В любом случае, освободи! Чёлкой порыгал дынгаха, кипчёлды что лаял га. Долгий спуск? Думали.
небольшой укольчик. Вы все поняли? Ваша главная цель – испылитель. Готовьтесь к высадке. К чему? Не может быть! Есть еще одна вещь, которой нужно научиться. Вы, Равиль Юнисович, непростой человек, этим и обусловлено мое появление здесь. Видите этот бубен? Сыграв на нем причудливую мелодию, вы можете активировать волшебную возможность. Спасибо, Рома! Разумно! Записывает. Равиль Юнисович, не могу подойти к тебе лично, занята делами. Но могу сообщить, что вы приземлились совсем не в том корпусе. Даже так, совсем не в том. Даже по-другому. Далеко. Выходите на поверхность, садитесь в машину и езжайте ко мне. Быстрее! Давай, где ты? Ну и как покатались? Неплохо, учитывая, что я первый раз за рулем. Ничего, ты встал.
Увидимся наверху. Теперь возвращайся назад. Помните? Один туда пойдешь, я другой. Комплекс наводнен собачками, но тебе повезло. Здесь еще есть рабочие. Они наверняка помогут тебе. Поднимайся на крышу. Как настроение сегодня, а, Петрович? Да ничего, видел сегодня на крышу испылитель зафигачили. Чтоб собачек вызывать, да? Да, собачек, да. Зинаида! Злой Гмен? Добрый Гмен! Зинаида у меня! И я хочу, чтобы вы знали, что вам не удастся остановить меня! Этот испылитель всего лишь шаг материи на пути к исполнению моих планов! Фэдзэ Эйгэлэв! Денисыч, алё, он захватил? Чёрт, связи нет! Погоди-ка, я только что видел, что делает Зина. У меня плохая новость. Ты уничтожил испылитель, но они захватили доброго Гмена. Они держат его в цехах капусты. Это неподалеку от тебя. Естественно, ты должен его спасти. Естественно.
лучше включить фонарик. Да блин! Отличное китайское качество. Цех капусты. Как раз то, что мне надо. Это рыбный цех, а мне-то надо капустный. Старый добрый электрокар. Равиль Юнисович, говорит злой гмэр, у меня для вас загадка. Угадайте число, которое я задумал, и я отпущу доброго гмэра. Неправильно. И что теперь делать? Нет, серьезно, что? Тут поможет только чудо. После этой заварушки на заводе нас не скоро простят. Простят? Меня зовут Вальтер. Нам с вами поручено очень важное задание. Детали, как положено, по прибытию. Кстати, вы хорошо изучили русско-английский словарик? Равиль Юнисович, скажите что-нибудь. Стесняется? Акцента. I don't understand a thing. Да. Good morning and welcome to the Black Mesa Transit System. All right, remember your name is Dr. Rosenberg. You are a scientist. You are working on a secret animal materials project. Today is an important experiment and that's why you are here. You're supposed to prepare crystals for this experiment because you are one of the best for performing such job. And try not to open your mouth. Now arriving at Sector C test labs and control facilities. This is a maximum security zone. You must leave the train immediately, one at a time. Please keep your limbs inside the train at all times. Do not attempt to open the doors until the train has come to a complete halt at the station platform. I am coming, Dr. Rosenberg. You're late. Again. Something's wrong with the documents. We should stop this train. What are you doing right here? Yes. Yes, sure. Yes, yeah. Yes, sure. Course. Yeah. Yeah. Of course. Yeah. Sure. Yeah. Yeah. Sure. Yeah. Yeah. Mm-hmm. Yeah. Yeah. Mm-hmm. Yeah, it's sure. Yeah, yes. It's sure. Yes. Yes. Чувствуете себя частью чего-то важного? Now, soon there will be a documents checkpoint. Don't blow your cover.
Scott is not on the boat. Quickly use elevator and find test chamber. We'll meet there later. В общем, можешь прекратить изображать английский язык. На этих этажах все равно никого нет. Эксперимент скоро начнется. Не забывай. По-моему, ты уже заврался. Я заврался? Не, так уже не могло быть. Ты просто спустился вниз. Ну хорошо. В общем, я дошел к Вольтеру и оказался прямо под испытательным отсеком. Вот и ты подошел. В общем, я завершил работу над образцом. Все нормально. Yes, but with good reason. This is a rare opportunity for us. This is the purest sample we've seen yet. And, potentially, the most Представляешь, там над нами творится история. Можешь идти к тележке. Helicopter. Зачем нам вертолет? He disappeared. A helicopter or Rosenberg? Вот и все, доктор Розенберг. Или я должен сказать, Равиль Юнисович? Что с Колхуном? У него теперь совсем другие дела. Ему предстоит еще многое исправить. А ваше время... Ваше время истекло. Я отправляю вас туда, где вас никто не найдет. Где вы не сможете никому навредить. И никто не сможет причинить вред вам. Да ладно, я уже это слышал, и не раз. Тогда не будем терять времени. Снега тает в этом году, много человека находим там. Человек? И все злые, однако. Как отморозим, бегут куда-то. Все им надо. Моя должна бегать, да? Пожалуй, я и правда пойду. Для вас.
вас у меня есть особый фильм. Он называется «Билет на автобус». Остается еще классический выбор. Не совершите ошибки. Так кого вы выбираете? Правильный выбор. Блин. Вот такой рассказ. Интересная история. А что же произошло после этого?